Всем привет! В этом обзоре я расскажу о китайской реплике американского шлема Торк Т-50. Шлем пришел вот в таком замечательном чехле. Ну, конечно, не в самом чехле, он был упакован очень-очень хорошо. Не покоцался никак. Чехол тоже очень плотный и позволяет его хранить в холодное время года даже в гараже, в общем-то. Вот. Но храню я его, конечно, дома. Шлем черного матового цвета с хромированным молдингом, что дает ему такой своеобразный ретро-стиль. И выполнен черным матовым цветом, и изображены рисунки бренда Lucky 13. Шлем имеет сертификат DOT, но я, конечно, бы не стал верить китайским сертификатом. Вот. На шлеме выполнена также застежка D-Rings, самая, в общем-то, прочная и надежная из всех застежек. Вот. Внутренний вид имеет темно-коричневый велюр. Вот, стирать немножко, конечно, его проблемно, потому что если ушки отсоединяются, то внутренняя часть обшивки, она не снимается. Вот, кроме этого, покраска очень качественная, то есть я отъездил в этом шлеме сезон, в общем-то ничего не испортилось. Небольшие царапинки есть, но это, в общем-то, следствие эксплуатации. Вот, одинаково удобно использовать как с очками, которые застегиваются под защелку, так и с обычными солнечными очками, не специальными. Вот. Кроме этого, собственно, ну, конечно, многие скажут, что данный шлем не безопасен и лицо полностью открыто, ничего не защищено, но ездить на круизере летом в закрытом шлеме — это не очень приятно. И ездить в трехчетвертном шлеме — это очень-очень большое удовольствие, когда ветер в лицо, в общем-то, и ну, не мне вам рассказывать об этом. Поэтому я выбрал себе вот такой вот шлем. Я им очень доволен. Рекомендую. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.